Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Redmi Note 12 Pro Plus. И сейчас я покажу вам, как выйти из режима Recovery. Итак, в режиме Recovery мы передвигаемся при помощи кнопочек громкости, а делаем выбор при помощи кнопочки питания. И для того, чтобы нам отсюда выбраться, нужно выбрать первую функцию Reboot. Выбираем и выбираем Reboot to System. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.